тебя сегодня плохой день. Потанцуем?
На! Же ты. Повешу твою башку у себя. Thank you.
Эй! Наша вам! Целуй до старости жопу старосты! Возьмешь меня на пух? Это больно! Моя мамочка вам привет передавала. Чего? Покажи свои товары. Бывай. Эй, наша вам! Если мне кто еще скажет, что ведьмак к бедам простых людей равнодушен, ох, я тому врежу. Это нефрита. Надо продолжать поиски. Ну что ж, как угодно. Thank you.
нефрит. Теперь надо его достать. Но
приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Осторожнее. А идите все к дьяволу. На ребятишек не гляди, испугайся еще. И ведь тоже за порядочную работу не возьмется, а все крутится, как вонь в портках. Ах, кыш! Работу надо найти какую. Да дайте же вы мне все отдыхи. Чего хотите-то? Рад тебя снова видеть! Мне удалось найти твои чертежи. Я знал, что ты мне поможешь. Ты возвращаешь мне веру в людей, ибо сейчас я вижу, что даже в столь варварском краю можно встретить истинное благородство. Пустяки не стоят благодарности. Как мы и договорились, я сделаю для тебя копии чертежей. Но это займет целый день. Возвратись ко мне завтра, и ты получишь свою награду. В таком случае, до завтра. Рад тебя снова видеть! Могу я посмотреть, какие товары вы привезли из Афира?
До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров. Рад тебя снова видеть. Копии чертежей уже готовы? Готовы. Прошу тебя, прими их вместе с моей благодарностью. Благодарю. Доброго тебе здоровья. Рад тебя снова видеть! Могу я посмотреть, какие товары вы привезли из Афира? До свидания. До... Вижу, мои деньги не пропали даром. Не представляешь, с каким удовольствием я вернулся к своему занятию. Благодарю тебя. Не за что. Как идет работа? Я уже создал несколько младших рун для начала. К сожалению, инструменты и материалы, которыми я сейчас располагаю, не позволяют мне создать ничего лучше. Тебе повезло, я нашел немного нефрита. Вот. Это да, спасибо. Если хочешь посмотреть на мои творения, милости прошу. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Нравится тебе в королевствах Севера? О, да! Я никогда не видал таких больших лесов. И небо такого необычного цвета. А вот люди... Они довольно своеобразны. Неразговорчивые, замкнутые. Ну и бандитов тут по дорогам немало рыщет. Во всем эта ужасная война виновата. Я принес деньги, чтобы улучшить твою мастерскую. Тысячекратно тебя благодарю. Ты слишком добр ко мне. Твоя работа стоит этих денег. Я гляжу, работа кипит. О, да. Я заказал нужные инструменты ремесленникам из Новиграда. Взяли с меня за них, как будто они из чистого золота. Но, по крайней мере, я могу по-настоящему взяться за дело. Я изготовил несколько новых рун, глифов и чертежей. Взгляни, может, выберешь что-то для себя. Значит, ты можешь теперь развернуться на полную?
Ты спрашиваешь про настоящие руны мастера? Нет, для их изготовления нужно намного больше денег. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Спасибо, будь здоров. Рад. Могу я посмотреть? До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров. Да славится вечное. Шевелись, плотва. Но!
хоть раз с ведьмаком дрался? Пошла. Быстрей. Далековато. Вперед, плотва! Пошла. Беги!
Thank you.